Всем привет, друзья, с вами Виктор. Сегодня мы попробуем вырезать вот такую декоративную нарезку с огурца. Это делать просто, получается очень красиво. Также хочу отметить, что у меня на канале есть еще одно видео по нарезке огурца. Там тоже очень красиво все получается. В описании я оставил ссылочку, заходите и смотрите. Если вам понравится это видео, ставьте лайк, мне будет приятно. Ну что, поехали.